Two Cubes или Два Кубика. Игра, которую создал уссурийский парень. Шесть месяцев ушло у Даниила, чтобы с нуля сделать окончательный продукт. Сначала хотел изучить язык Python или, как многие называют, Python, но удачно попал на информацию от известного программиста. Совет был прост. Сразу создавать проект, придумывать идею и уже при реализации задуманного изучать язык программирования и получать остальные азы. Так и поступил. Тут же выяснилось, что полезной информации на русском мало, основное по запросам на английском языке. И вот тут я столкнулся с еще одной проблемой, то, что английский язык-то я толком-то и не знаю. И мне приходилось еще подключать еще одно звено в поиске, то есть переводчик. Переводчик не может с нужной точностью сформулировать запросы, найти нужные команды не получалось. Мучение, нервы. Со временем разобрался. Сама игра, на первый взгляд, простая. Нужно управлять двумя кубиками. У каждого свои препятствия. В начале сентября игра появилась в Play Market, там, откуда скачивают приложения владельцы системы Android. Я сразу понял, что у меня не хватает навыков для продвижения игры, у меня не хватает средств. И я решил, что мне нужно обратиться к паблишеру. И обратился, и сейчас у нас уже более-менее налаживается связь, контакт. То есть они уже написали о том, что они планируют перенести мою игру в стадию тестирования. Четыре дня организация будет оплачивать маркетинговую кампанию игры Даниила и продвигать. После соберут данные, и если они удовлетворят требования компании, то опубликуют игру от своего имени, конечно, с логотипом разработчика. Шесть месяцев тяжелой работы, терпения, упорства, внутренний стержень. Все это Даниил воспитал благодаря спорту. Парень уверен, что именно кикбоксинг помог правильно думать, рассуждать и учиться. Победитель первенства России, Европы, серебряный призер на мировом чемпионате, работа с тренером Андреем Подоплеловым, одноклубником Александром Захаровым, двукратным чемпионом мира. Все это помогло парню в спорте жизни, будущих планах и задачах. Спортсмены это прежде всего умные люди, то есть э, люди, которые умеют думать, потому что э, если брать процесс боя, то нужно анализировать бой. Как ты чувствуешь, ведешь ты его, не ведешь, что делает противник. Это, это не просто вот машешь руками, ногами, как многие думают. Просто сейчас общество такое, многие лишь бы что-то сказать, много стереотипов каких-то. Свою игру два кубика Даниил отнес к жанру гиперказуальная или просто убивал ко времени. Сейчас игра доступна только пользователям Android-системы. Чтобы играть могли обладатели айфонов на iOS, парню нужен аккаунт разработчиков App Store, стоит который который в 4 раза дороже, чем в Google. И если в Google за 25 долларов аккаунт навсегда, то в Apple 100 долларов и на один год, говорит Даниил. Но все будет, уверен молодой человек, тем более и на создание новых игр уходит теперь гораздо меньше времени. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс.